По поводу Лачинского узла, Лачинской дороги вот этого кризиса, я скажу одну вещь. Знаете, вот понятно, что есть резолюции, декларации, заявления и тому подобное. Но посты в Facebook, посты в Твиттере и остальное. Гуманитарный кризис определяет, в общем-то, две организации. ООН, чиновники из ООН, и Красный Крест. Вот заявление этих двух организаций, чиновников, я не слышал. Да, но представителей ООН в Карабахе нету, но комитет Красного Креста есть представители. Да, хотя, вообще-то, по логике Красного Креста они должны сохранять нейтралитет до конца. Но, если честно, я тоже думаю, что дело не пора им что-то сказать.